В эту пятницу казахстанцы, оставшиеся без дохода в период карантина, смогут подать заявление на получение пособия – 42 500 тенге. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов. Время традиционного обзора новостей из соцсетей. В Министерстве труда и социальной защиты населения разрабатывают правила назначения единовременной выплаты. Известно, что самозанятым казахстанцам не нужно будет вносить ЕСП при подаче заявки на выплату 42 500 тенге. Дайте каждому эти 42 500! Павлодарцы жалуются на отсутствие горячей воды в квартирах. В официальном инстаграм-аккаунте телекомпании «Ирбис» бурно обсуждают проблему. Напомним, более 300 домов на сегодняшний день без кипятка. Истая 99 тоже нет горячей. Майры 43 тоже нет с мая месяца. Когда появится горячая вода? За что платим? Света намотали, ого-го! Дайте воду уже! Пользователей интернета удивило, а некоторых ужаснула фотография, опубликованная в Твиттере. Губы рыбы напоминают человеческие. Как отмечают специалисты, это семейство спинороговые. Снимок стал вирусным, набирает 1000 просмотров и лайков, не меньше забавных комментариев.